Дуспастан! Душман! Дуспастан! Душман! Дуспастан! Душман! Россия! Нахуй не рады, вот такая тюрьма! Когда Россия вступала за Нагорный Карабахский конфликт. Ну тогда спасибо, скажи, что ты здесь живешь, в России. Кого? Приехал с Армении. Да я в рот выебу, уеду, и ты охуешь без меня. Серьезно? Да. Да я перекрещусь. Кто? Ты? Конечно. Да как? Если поменьше. Если мы тебе дали перекреститься, и испокон веков мы тебе дали, что такое креститься, бля. Серьезно? Ты знаешь, что такие христиане? Первый григорианцы. Ну откуда тогда ты произошел? Произошел от тебя, произошел от армян. А армянская раса преобладает, да, на планете. Значит, серьезно? Существует, знаешь что? Что, сука, нашу планету заселили арминоиды. Армяне. Арминоидская нация, не армяне. Раса арминоидов. И ты, будучи русским, тоже арминоид. Славянин, принадлежащий к третьему сословию армян. Царство. А этот, а гуманоиды тоже от арминоидов? Все принадлежите к царству арминоидов. Запомните, вы все арминоиды. Аминотавр. И благодаря то, что ты сейчас разговариваешь на русском языке, это благодаря мне. Не было бы меня, я бы не заселил бы Великую Русь. И нихуя бы ты сейчас бы не разговаривал со мной на одном языке. Арминоиды были. Где ты был? Я заселял тебя, ёпты. Я заселял тебя. Я тебя спасал от татаро-монгольского ига, который тебя ебало 300 лет. Понимаешь? Да.